Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Драконы, Всадники и Олуха. Так, второй день забираем рыбу. И сегодня будем дальше проходить события. Но сначала заберем, соответственно, наши все награды. Так, что ты мне принес? Рыбу. А мне нужно было как раз, вот они, две статуэтки, друзья мои. Блин, ну, к сожалению, я их не могу забрать. Так, забираем здесь древесину. Тут у нас, о, 225 лямов бревен. Так, давай мы тогда сейчас всех поотправляем за добычей. Так, что у нас тут? Ага. Три шестеренки. Сарделька, лети-ка ты в гнездо и бесплатно. Барсик, что у тебя? Поиски банши. Пускай летит. Кривоклык, ты пойдешь у меня. Так, вначале заберем награду. Что нам выпадет? Яйцо или ракушка? Выпадает нам руны. 10 штук. Так, Кривоклык, надо тебе тогда отправлять. Пограничная пещера. И Грамгильда. Понятно, тусклый янтарь. Что же может быть еще? Конечно же, тусклый янтарь только. На больше мне не дадут добра. Так, ладно. Забираем, соответственно, сейчас все награды, которые у нас тут есть пока. Ну, давай. Так, у нас железо. Друзья, наверное, я сразу отправлю его дальше на поиски. Потому что, если ты не забыл, нам нужно очень много железа. Ну, прям тьма. А точнее, 1500. 1500 железа, это, друзья мои, вам не хухры-мухры все-таки. Так, ну что у нас тут еще остается? Так, модификрылка прибыла. А ты чего мне стоишь? В плане, тебе нет места. Сейчас найдем. Так, браток, давай-ка ты, наверное, посидишь чуть-чуть. Подуркуешь, а мы лучше отправим этого. Он намного больше древесины нам приносит, так что нам его выгоднее отправлять. Так, здесь наградочку забрали. И здесь тоже листочек плюс тусклый янтарь. У этого в магазине ничего для нас полезного нету. Ну что, будем, наверное, отправлять нашего беззубика. Опять же, в попытках найти статуэтки. Так, подожди, 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 подожди. Не то, не то, не то. Я не то сделал, ребят. Мне нужны статуэтки. Хотя можно было бы и отправить, в принципе, за этими вещичками. Да что ты... Мне, в принципе, что это мне нужно. Давай, но все-таки отправляйте за маленькими этими статуэточками. Естественно, бесплатно. Так, янтарь-то я могу заказать? Конечно, могу. Три штуки. Шикарно. Теперь заберем здесь награды. Жалко, конечно, что мы не получим никакого приза. Нам не хватит, сколько там буквально? 20. Нам буквально не хватает 20. Ладно, ничего страшного. Этих пока отправляем за рыбой. Открываем пак. Так, шторморез, древоруб, лаворык, змеевик. Последний пак у нас на активацию пошел, а мы с тобой возьмем сейчас два пака. Первый бесплатный. Древоруб, пристеглов, костолом. Ну, а второй у нас пойдет за рекламу. Так, монетки Одина. Древоруб, крылатый ужас, громоль. Ну что же, пока все. Ага, вот, кстати, у нас и награды. Все-таки заработали. 250 царапалок. Так, здесь, кстати, надо фонарь забрать. Фонарь забрали. Давай-ка я его отзову и опять отправлю. Блин, еще получаем. Ну, вроде бы пока здесь все, а я пошел на события.
Так, сколько нам? 1 час 26 минут. О, друзья, скоро еще одно событие у нас откроется. Ага. Вечером, возможно, вместе с черепашками-ниндзя будем их играть, скорее всего. Ну что, пока, само собой, идем на следующую. Так, у нас 3 волны здесь. Ну, совсем мне не нравится. Это у нас, да, дерзкие ребята. Допустим. Слушай, блин, тут 3 волны. Нам барсика-то нужно пожалеть как-то. Хилочка будет? Будет. Так, а у него будет разбег, кстати, сейчас. Очень неприятный разбег. Тьфу, я-то думал. Ну, тут, наверное, всем ясно, что начинаем мы с дыма дышащего. Вот так. Эх, я думал, добьем его. Нет, не смогли. Так, громорок тут выпендривается. Ну, что ты там опять? Так, здесь добили. Здесь понижение брони. Потому что он вот так тяжелый на разбор. Так, у нас на хилку хватит. В принципе, да, ребят. Мы сейчас хиляемся тогда. И переходим на 3-ю волну. Последнюю. Так, подожди, здесь их 2, что ли, всего лишь? Ну да. Это же круто. Это круто, что их всего лишь 2 здесь. Промахнулся, так тебе и надо. Теперь лови от нас подарочек. Это 1-й. Это 2-й. Сейчас прилетит и 3-й от Кривоклыка. А добивку будет делать у нас барсик, получается, да? Вот и все. Ну что, рулеточка пошла, как говорится, и выпадает нам древесина. Древесинка лишней не будет. Это однозначно. Опачки, 1-й мини-босс. Ну что ж, давай посмотрим, что за птичка тут будет у нас. А это громорок. Опять нету музыки, ничего нету, все поисчезало. Как всегда, ладно. Нам не привыкать в тишине играть. Это, ребят, не моя вина. Это вот игровые проблемы, так скажем. Ну что, сейчас добивать будем. Добьешь? Красавчик. Так, 2-я. 2-я волна. Этого мы пока трогать не будем. Он нам как бы не опасен, если честно. А вот пристиголовый, да, нужен, ребята. Да что ж ты будешь делать? Я думал, Кривоклык сейчас все-таки его добьет. Но видишь, всегда он... Кстати, в последнее время очень зачастил с вот с этими вот недобиваниями. Постоянно у него такое происходит. Хотя, что там, кажется, да? Какой-то миллиметр добить. Но не хочет он. Не знаю почему. Вредничает. Ну что, переходим с тобой на 3-ю волну. Здесь у нас... Так, этого мы пока трогать не будем. Громобоя, потому что бесполезно его бомбить в данный момент. Начнем вот с этого. Очень похож он на Кривоклыка, согласись. Ну, очень похож, только расцветка немножко другая. А так один в один. Так, а громобой у нас что будет делать? Наверное, сейчас суперудар свой, да? Естественно. Блокирует способности, но, друзья, нам уже это не страшно. Потому что, во-первых, это последняя волна. То есть это вот и получается у нас как бы мини-босс, да? Я даже как-то не заметил вначале, что это мини-босс. Только сейчас увидел, что у него вокруг житух, точнее вокруг уровня дракончик обвит. Ну что, на этой рулетке нам выпадает опять древесина. Почти 200 миллионов. Так, забираем с тобой ареновский пак. Он, по-моему, сразу будет открываться, да. Торморез, шипорез, громыль и все. Тут, кстати, у нас еще... Опа! 5 руночек забрали. 5 руночек забрали, да? К
Кстати, у нас 649 миллионов древесины. Мы можем, наверное... Блин, тут рыба-рыба. Подожди, а кто у нас за древесину? Я же помню, что кто-то не прочь поработать. Во! Ну, пускай даже 125 железа. Тем... Все равно хоть сколько-то, да? Чем ничего. Так, ну а я, пожалуй, продолжаю, ребята, наши события. Давай-ка. Так, это получается раз, два. Два поединка еще впереди, и мы получаем загадочный пак. Ну что ты, имитатор шепота? Ты же не шепот, ты же его сородич. Хе-хе-хе-хе. На тебе. Смотри, хочу, а злиться начинает. Он начинает злиться. Так, пойдем-ка вот с этим разберемся. Клыкокрив же, да? По-моему, клыкокрив. Кривоклыком я его точно назвать не могу, язык не поворачивается. Да, конечно, ага. Усиляшку он себе поставил. Подожди, а как ты... Погоди, он усиляшку себе поставил и еще сходил ход. Такого не должно быть, это нечестно. Это, ребята, не... Ты посмотри. Ну, давай его уничтожать. Вторая волна. Здесь у нас костолом. Поехали, наверное, с него. Начнем этого трогать, пока не стоит вообще. Этих стражей только дороже обойдется нам. А вот этого заколбасим. Возможно, потеряем, конечно, нашего. Так, он не стал атаковать. Значит, это хорошо. Так, пошел, пошел, пошел. Кого будет бомбить? Фигня полная. Не особо много нам урона он нанес. Но, короче, все. Пора с ним заканчивать. Раз, два и... добивочка. Крутанем колесико, заберем награду. А награда у нас рыба. 621 миллион. Так. Поехали дальше. Жалко, конечно, что мы до этого пака не доберемся, а? Это у нас пак испытаний, насколько я помню. Ну, что ты тут стоишь? Дергаешься? Глазом своим моргаешь мне, а? Супостат. Поехали. Так, у нас тут будет разборка по-крупному. Смотри, он успевает два раза сходить, да? Мой кривоклык не успел сходить. Это нечестно. Так, вторая волна. Ну, тут понятно, начинаем с кривета. Это же кривет Дагура, да? По-моему, так. Хобана. А этот сейчас фаербол запилит. Этот запилит фаербол. Раз, два. Так, лечим раны. Пока такая возможность есть. Ты достал уже, а? У меня еще одна волна впереди, а он мне хпшки отнимает. Представляешь? На. Да ёк-макарёк. Ветрокрыл, ты-то тут какого лешего затесался-то? Объясни мне. Тебе делать больше нечего, а? Слабоват. Но он против синих, ребята. Красный против синих. Видишь, вон, какая разница обалденная. То есть у них, наоборот, классовое преимущество перед нами. Я уже это увидел. Так, лечим раны. Давай, наверное, сюда все-таки сделаем удар. Сейчас посмотрим, сколько энергии будет, потому что, возможно, нам придется вешать на него слепоту. Это вероятнее всего, кстати. Так, он бьет Барсика. Теперь мы пошли в контратаку. Раз, два. Вешаем, ребят, на него слепоту. И после этого можно, в принципе, смело его запинывать. Уже не боясь того, что он будет делать свой суперудар или еще там что-нибудь. Одним словом, это ему не поможет. Все. И еще разок колесо крутанем. Опять рыба нам выпадает. Кстати, подожди-ка, 750 миллионов рыбы. Это фулка получается. Так, забираем пак загадочный.
И вот теперь-то... Да подожди, сейчас я пойду к этому минибусу зайду. Теперь-то как раз вот этого парня... Ну-ка, вернись. Да. Опачки. Вот, ребятушки, он и полетел у нас за железом. То есть это 100, там 200. И этот у нас сколько? 100, 200. Блин. Сколько нам приносит-то? Я уже забыл. Ладно. Так, еще тут у нас рыба. Ну что, у нас последний поединок намечается. Так что давай-ка мы его быстренько проведем. А здесь у нас как раз мини-босс. На мини-боссах могли бы, ребята, делать они и две волны. Не обязательно три. Слишком большой риск и расход у нас большой идет. На тебе, кричишь там, горлопанишь. Так, еще это скала здесь. Понятно. Стоит ли так делать, а? Стоит. Кусаем. Так, хиляемся, наверное, да? Слушай, я не буду пока хиляться. Пускай он делает свой разбег. Он, по идее, должен его сделать, ага. А вот после этого мы будем с тобой спокойненько залечивать раны. Угу. Сработала моя фишка. Так, дальше. О, два синих. Два синих брата, акробата. Погнали. Так, нам бы, конечно, бы не помешало, на самом деле... Это не атака, а хил массовый. Так, сейчас они опять вдвоем тут разыграют карты. Нам надо будет на следующем ходу залечивать раны. Вот так вот. А этот у нас под гипнозом, как ты видишь. Ну, хотя бы правильно атаковал. Еще вытворяет. Давай добьем, наверное. Здесь сделаем так. Он тоже не жилец уже. Раз. И добивка. Два. Последняя волна. И здесь у нас босс Костолом. Ну, это не босс, а мини-босс. Но, тем не менее, Костолом, короче. Раз, два. Лечим раны. Добиваем штормореза. Все. Так, теперь вот этим займемся. Вот-вот-вот-вот, он уже, ребята, он еще сейчас ушатает. Ох, как он больно бьет. Круто, прошили мы его. Ну что ты там, Костолом, все-все-все, пора тебе, как говорится, на покой. Черт, он успеет Барсика все-таки вальнуть, а? Да, успел, ну... Зато мы его победили. Поехали. Что нам тут? Опять рыба? Нет, чтобы плод мудрости, а? Нет, дают нам просто рыбу. Так, что там у нас в моих драконах? Я все равно никого не смогу прокачать, потому что... Ведь не смогу же. Оу, подожди, у меня... Слушай, откуда у меня улучшить? А откуда у меня ящейка-то взялся? Я не понял. Ой, блин, ящейку мы же покупали живой, ё-моё. Так, это... Слушай, у него 12 разряд, кстати. А у нашего Барсика? Так, ну смотри-ка, а здесь 15-й. Ха. Слушай-ка, а Барсик-то у нас где? Где мой Барсик? Покажите мне, пожалуйста, его. Барсик у нас 16 уровня. А 16 уровня, да? Древоруб 12-го, это 12-го, 11-го, 11-го. Так, ящейка-то где у меня? Ящейка у нас имеет 12 уровень. А этот 15 уровня. Парящий прихвостень. Но видишь, дело в том, что наш Барсик
Все-таки как ни крути, друзья, наш Барсик, да где он? Ё-моё, я опять его потерял. Что-то я не могу понять, где Барсик-то? Вот он. Он, ребята, ну как это назвать, редкий, да? Легендарный, легендарный, да, дракон. Круче легендарных, я так понимаю, вот эти, ну уровни, уровни маленькие. Вот чемпион Хлысторез, конечно, бы сюда подошел бы. Наверное, лучше даже, чем Барсик. Инфо, сколько у него хп, здоровье? 990, а у тебя сколько? 988, маловат будет, ладно. Пока потерпим. Ну что, у нас получается, ребята, энергия закончилась. Вечером можно было бы, наверное, в принципе, бомбануть еще серийку и забрать этот пак. События-то в любом случае не пройдем, потому что там нужно будет 5 энергии. Шторморез, ужасное чудовище, громорок, отпрыск. Ну и, как обычно, немножечко ресурсов. Сезонный абонемент. Опа, соточку. Еще приз получили. Да ладно, ты хочешь сказать, не хватило, что ли? Ты серьезно? Я думал, что хватит, но нет, не шиша. Так, вечером можно, наверное, будет, в принципе, набить еще и паки. Ну что, друзья мои, тогда на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.